А в поселке Старое Победилово не смогли разъехаться «Шевроле» и «Хонда». Авария произошла вечером на улице Садовая. По предварительным данным, оба автомобиля ехали в противоположном направлении, пока водитель одного из них не решил повернуть налево. Агуль Батрудинова продолжит. По рассказам водителя «Хонды», столкновение спровоцировал мужчина, сидевший за рулем второй иномарки. Он отметил, что автомобили двигались навстречу друг другу по улице Садовая. Но в какой-то момент водитель «Шевроле» вдруг стал поворачивать налево, не пропустив едущую прямо машину. Удар был сильный. В результате аварии обе машины оказались не на ходу. Им потребовалась помощь эвакуатора. Оба водителя не стали вызывать на место сотрудников ГИБДД и отправились на место оформления ДТП своим ходом. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.